активно сейчас работаете и в театре, снимаетесь в кино. Хватает ли время на ребенка? Потому что у вас подрастает сын, вы открыто заявляете, что вы растите его одна, что отец не помогает. Хватает ли у вас на все времени? В первую очередь я занимаюсь воспитанием своего сына, и в промежутках, и в свободное от этого время, когда он в детском саду, в спортивной школе или иногда с ним занимаются другие наши родственники, я вот посещаю подобные мероприятия, ну и прожигаю жизнь в свое удовольствие, а именно работаю. На кого оставляете ребенка, когда вам приходится работать или посещать такие мероприятия, как сегодня? У нас нет няни, у нас никогда не было няни. Это в первую очередь моя мама, мой папа, мой дедушка. У нас большая семья, и все с удовольствием уделяют Алёше внимание. То есть на дедушку Бориса Гребенщикова можно смело оставить ребенка дома, он его займет на весь вечер. В музыкальной студии точно можно. Не так давно ваш отец Борис Гребенщиков объявил о том, что он уменьшит гастрольную деятельность. И я так понимаю, что теперь семья получила полноценного папу и деда. Не стоит мерить Бориса Гребенщикова по общим меркам.